железяки, далеко не уплывешь. Хорош среди во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Тот самый бинго, 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 бинго. Наука штука хитрая, мозги прокипятишь. Наука штука крепкая, все зубы обдерешь. Хорош среди во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Тот самый бинго. За это время можно было гору блинчиков испечь. Эверест, ёлки-иголки. Сколько можно? Да, но не забывай, что все обожают стряпню совуньи. А значит, и Эверест понадобится не один. Знаете, а мне сегодня такой забавный сон приснился. Мы вот так же сидели за столом и ждали свое любимое лакомство. Но Совунья вместо блинчиков приготовила бутерброды. Какая-то небывальщина. Суббота — это день блинчиков. С чего бы, спрашивается, Совунья приготовила... Бутерброды. Молоко неожиданно закончилось, поэтому вот... О, май год! Это что же получается? У тебя был пророческий сон. Скорее всего, простое совпадение. Как только ты устанавливать новый пароль, нужно сразу его записывать. Так я и записала. Но в свой дневничок. Мне теперь придется самой подбирать все цифры, да? О, это выход. Тут всего 1000 вариантов. Вы будете смеяться, но эта ситуация опять точь-в-точь, как в моем сегодняшнем сне. Ага, сейчас обхохочемся. Вы позволите? Ну-ка проверим. Я уже начинаю к этому привыкать. И чур, я первый. Простите, чем могу быть полезен? Лосяшек, нужен твой совет. Посмотри в этих своих снах, что за удобрение выбрать. Да бросьте, это же не научный подход. Тебе приснился правильный код из 1000 вариантов. Какой еще подход тут нужен? Ты давай там приляг, вздремни. Ну и глянь там насчет удобрений. Ну, разве что в порядке эксперимента. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Рам-пам-пам-пам-пам-пам, рам-пам-пам-пам-пам-пам. Погодите, я так больше не могу. Я уже выспался на всю оставшуюся жизнь. Вот только не надо нас пугать. Как же мы теперь без снов твоих предсказательных? Но ведь раньше вы как-то без них обходились. И теперь мы с ужасом вспоминаем это темное время неопределенности. Поэтому давай-ка на боковую. У нас тут накопилась масса вопросов. Перестаньте! Это уже, простите, перебор!
Вот с мятой, имбирчиком от нервов. Благодарю. Но нельзя же полагаться только на подсказки. Тетина средство никогда не подводит. Прекрасно. Я снова сплю. Почему я все время попадаюсь на этот трюк со снотворным? Вопросы, вопросы. Одни сплошные вопросы. И как удобно получать на них ответы во сне. Честно говоря, я бы предпочел обходиться без подсказок. Похвально. Но на все ли вопросы можно получить ответ самому? А? Машина может ехать со скоростью 60 км в час. Какое расстояние она проедет за час? Это же элементарно. 60 километров. В идеальном мире, да. А если дорога неровная? Или закончится бензин? Или вместо дороги будут зыбучие пески? Что? К чему вы клоните? К тому, что не во всех задачах бывают идеальные условия и предсказуемые решения. Дороги, например, может и вообще не быть. Понимаете, во сне ко мне пришло озарение. Мы прекрасно сможем обойтись без подсказок, если... Кажется, я все еще сплю. Он все еще спит. Сколько будет действовать этот чай? Да кто ж его знает? Видать, четко переборщила с дозировкой. Надо было у ясновидца нашего уточнить дозировку-то. Я уже не могу ждать. Мне надо срочно выбрать, из чего я буду выбирать в следующий раз. А я вообще теперь не знаю, что мне делать. Это смотри сон. Теперь мы сможем видеть сны Лосаж прямо на экране. Здорово. Даже не надо придумывать вопросы. Ага. Можно просто повторять все с экрана. По-моему, очень даже гармонично. Да что тут рассусоливать? Пророчеству виднее. Что происходит? Что-то горит? Мы что, где-то... горим? Что надо что-то делать? Лосяш, скорее засыпай! Я-я, скорее! Смотреть, как решить этот проблема! Какие еще сны? Нужно скорее действовать! С мятой, имбирчиком от нервов! Ой! Со мной! Тревога. Возгорание в главной рубке. Повреждения близки к критическим. Может, все-таки попробуешь заснуть? Да уберите это! Зачем нам подсказки? Мы и так знаем кучу способов борьбы с пожаром. Ага, а как выбрать правильный? Бортовой компьютер. Запустить разгерметизацию главной рубки. Команда принята. Юхи!
Вуаля! А все потому, что горение в вакууме невозможно. И как это теперь все убрать? Только не говорите, что вы опять ждете подсказки. У Кроша 4 морковки. Одну он съел. Сколько осталось? Одна, две, три. Все верно, 3. В этой задаче есть четко поставленное условие, известный заранее путь решения и единственно правильный ответ. Такие задачи называются закрытыми. Их мы часто встречаем в учебниках. И даже если задача сложная, в конце мы всегда сможем найти ответ. Но в реальной жизни задач с идеальными условиями почти не существует. Как быстрее всего добраться от Арктики до Африки? Где может быть второй носок? Из чего приготовить самый вкусный бутерброд? Такие задачи называются открытыми. В них нет четких условий и заранее известного пути решения. Более того, правильных ответов может быть несколько. Закрытые задачи учат применять стандартные логические инструменты и усидчивость. А открытые развивают стремление к познанию, критическое мышление, а главное – самостоятельность. Чем больше открытых задач вы будете решать, тем более творческими и открытыми станете. Вам больше не понадобятся подсказки и гадания, ведь... Приснится же такое. За это время можно было гору блинчиков испечь. Эверест, елки-иголки. Да, но не забывай, что все обожают стряпню совуньи. А значит, и Эверест понадобится не один. Знаете, а мне сегодня такой забавный сон приснился. Бутерброды! Молоко неожиданно закончилось, поэтому... вот. Так а что за сон-то тебе приснился? Да так, какая-то бессмыслица. Нечего и рассказывать. Чтобы не допустить ошибка и построить наш башню правильно, мы будем выравнивать его из космоса при помощи спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС. Спутники на орбите планета помогут сделать башню идеально вертикальной. Ну что, осталось его только построить.